моими страданиями и скорбями, да не утешится порочный, и да не смущает слабого ума добрый. Кто без болезней соделал хорошего лучше, а страждущий знает, что и болезнь ему помощник, что она или врачество для оскверненных, или борьба и слава для очищенных. Святитель Григорий Богослов. Кто признает полезным то, что ему угодно, тот ненадежно судит о справедливом. Он похож на слепца. Святитель Василий Великий. Враги никогда не остаются в бездействии и ведут борьбу, не предаваясь лености. Преподобный Макарий Великий.